Перестановки в партийном руководстве ХДС никак не должны повлиять на внешнюю политику Германии. Об этом Ангела Меркель заявила на саммите по вопросам развития стран Африки. В понедельник канцлер подтвердила, что в декабре она покинет пост главы своей партии, а в дальнейшем не будет претендовать и на переизбрание главой кабинета. Нынешний срок полномочий истекает в 2021 году. Я думаю, что позицию правительства на международных переговорах ничто не сможет изменить. Можно даже сказать, что у меня теперь будет больше времени, чтобы сосредоточиться на обязанностях главы правительства. Меркель подчеркнула, что после ухода не собирается становиться парламентарием и вообще занимать любые политические должности. На такое решение ее толкнули результаты фактически провальных для ХДС региональных выборов. Рейтинг партии достиг рекордно низких показателей. Уже сейчас мы можем говорить о трех кандидатах. Один из них – противник и решительный критик Ангелы Меркель, молодой министр здравоохранения Йенс Шпан. Ему всего 38 лет. Вторая кандидатура – генсек ХДС Аннегрет Крамп-Каренбауэр. Именно ее, вероятно, выбрала бы сама Меркель, если бы у нее была такая возможность, если бы от нее зависело, кто станет следующим лидером партии. Ну и в-третьих, конечно, это Фридрих Мерц, юрист, ушедший из политики 15 лет назад, но сегодня официально объявивший, что собирается претендовать на лидерство в ХДС на декабрьском партийном съезде. Ангела Меркель возглавила Христианско-демократический союз в 2000 году, а пост канцлера Германии бессменно занимает уже 13 лет, четвертый срок подряд.